Всем салют, Егор Белугафиш, Марина и Толстолоб. Только что вытащила на удочку. Вот такие у нас клубы плавают. Всем салют. Мелочь не ловим. Вот именно. Мелочь не ловим. Сегодня день номер два. Работаем с такой замечательной рыбкой. Вот на царских столах. Помните, была вот такая. По 2 метра лежала. Длинноносая такая, красивая. Под названием Севрюга. Сегодня, ребят, работаем с Севрюгой. Иду на ходки. Ребята, я думаю, уже балберу затянули. Поэтому выпуск досматриваем до конца. Поехали. Ну что, как я и говорил, ребята натянули балберу. Запустили. Ай, лбы как прыгают. И все, и потихоньку начинаем, так же как и с белугой, работать. По одной севрюге загонять. Подними, поднимай, поднимай. А какая севрюга, красотка. Надо, блядь, это самое. Столик нужен. Столик надо по-любому. Ну сейчас, значит, столик принесем. Вот же столик. Бесполезно. Вон. Нет, нет, ты не зрелый, Миш. А? Самка? Да, чип, смотри. Чип. Есть чип? Ага. 58-64. Сейчас поставим. Давай, давай, Миша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Попробуй, да, чуть ниже. Поднимай. Будем надеяться, что она находится на четвертой стадии созревания. И она пойдет в цех. Ребят, вот так. Так, нет, ребятки, это вот давайте-ка мы ее щупанем, блядь. Потому что у меня какое-то есть определенное сомнение, блядь. Без чипа и третьей стадии. Причем уже десяток, наверное, севрюк подняли. И вот, все самочки, все с икрой, но стадия третья. А что это значит? Значит, еще годик мне придется подождать. Ну ничего, подождем вашу маму. Подождем твою мать. Всем мамкам привет. А сейчас будет происходить инъекция под названием чипирование. Вот чипа в организм севрюги. Для того, чтобы мы могли в будущем следить за ней. То есть следить за весом, следить за половозрелостью и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, вот, под третью жучку. Под третью жучку. Проверка. Все, чипирование прошло. Проверка, проверяем. Весь 09-51. Севрюга, поздравляем, ты теперь чипированная. И за тобой теперь я буду следить из космоса. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу! Так точно, капитан! Кто? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, Сквепенс. Отправляем. Я за капитана. Как вам новый капитан? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, Сквепенс. Вира? Точно? Удомельский! Помаши рукой! Ну сейчас надо, пускай они зашьют. Не, давай вот сейчас перекурим, потому что пускай они добьют. Все, сейчас перекур. Поэтому... Я объявляю 5-минутный перекур. Надо на самом деле просто подождать, потому что начали когда балберу тянуть, подтягивать, ну то есть всю рыбку в одно место, и увидели, что на дне там несколько дырочек. Они, правда, небольшие, но все равно она может со временем, ну, больше, больше, больше стать, и не дай бог рыба начнет уходить. Поэтому лучше не спеша, аккуратно все делать. Вон, ребята зашивают, Саня подтянул, Ильдар пьет.
Но дальше зашьют, они опустят, чтобы мы могли вот эту корзину подтянуть сюда и опустить, и дальше продолжать с рыбой работать. Поэтому как-то так, ребят. Да, Владимирович? Плохо. Да ладно, что плохо? То, что до четвертой стадии мало. Ну, то, что вся третья. Ну, опять же, она же есть. Нет, ну понятно. Просто на следующий год. Ну, ничего страшного. И на этот год, конечно, чуть-чуть будет не так, как хотелось. Хочется всегда все и сразу, и много. Ну, нет. Ничего страшного. Зато на следующий год будет куча. Точно все будет нормально? Отвечаю. Отвечаешь? Да. Ну, если Саня отвечает, то тогда 100%. Поверьте ему на слово. Он, пацан, отвечает за свои слова. Биба и Боба! Че вы там, закончили, нет? Там вот дальше, еще убираться, еще вон убираться. Гляньте, какие красавчики. Красавчики. Пойдем смотреть. А, я запутался. Выпутался. Что скажете по этому поводу? Что вы, ребята, скажете? Тут дырка. Кто-то там специально, походу, делал. Вот я зашивал. Таким углом. А я помогал. Натягивали. Балычок делает, да? Егор. Ой, малыш какой. Егор. Если мои земляки кто-нибудь, вот понимаете, вот это слово, вот. Саня. Всегда котым да кыс, блядь. У тебя кыс. Котым да кыс. Котым да кыс. Котым да кыс. Кыс, 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 кыс. Вот видишь. Хайда барасом. Хайда барасом. Еду за квашем. Да? Вес не будет? Правильно объясняю? Как не будем? Мы будем. А что, вы посмотрели ее? А, посмотрели, это самец. 6,4. 6 килограмм. Самец 6-килограммовый. Егор, а там пиши над этим. Там у нас, я думаю, не будет много квадратных. Самец 4,6 килограмм. Специалисты своего дела. Лучшие осетроводы юга России и Филиппинских островов. Эльдор Лукбекович и Сан Саныч. На северо-западе я лучший осетровод, а они на юге России, Филиппинских островов. В мире. В мире он. Вот нам бы пару самочек, чтобы это... Бля, ты что, севрюгу делаешь? Ее ни у кого нету. Конечно, вы что? Вы не делаете сестерть? Севрюгу на стерлядь. У кого есть такое? А ну-ка, напишите в комменты. У кого? У Миронова Ивана? Миронов Иван, если ты меня смотришь, а ну-ка засвети, покажи. Пришли на WhatsApp пару фотографий, я хоть гляну, посмотрю, что это за такое чудовище получилось. Прям интересно на самом деле. Ребят, вы как думаете, зашла бы такой гибрид? Средничок. Килограмм 12-13. Нет ничего, ничего не маю. Никого? Никого, даже по тройку даже тяжеловато сказать. 2-3 вот так вот. 2-3. Рано, значит, ей. Рановато. На будущий год будет что-то. Должен быть. Должен быть. Надо еще чипировать, потому что самочек, чтобы нам знать. Да вот ее не племенную, все время не зарегистрируют. У тебя 100 самцов по-любому нет. Правильно? Натянем. Натянем. Угу. Понятно. Натянем. Перевернуть. Голову сюда. Я не достану до определенного места. Вот, смотрите, вот. Сами Ильдар, вот смотрите. Вот раз, два, три. Третий. Ну, я по четвертый поставлю, потому что... Проверьте. Проверяем. Четвертая жучка. 0,9,55. Я специально так ставлю под жучку.
потому что там жирное место, и мышцы не сокращаются, и он никуда не... Стоит на месте. Ну, никому не мешает. Вот. Да, кудык-кудык? Вот он дыркас. Кундыкас. Повтори. Кундыкас. И еще пару слов скажи, которые ты знаешь. Ананаскин. Короче, он его научил какими-то плохими словами, блин. Ёб твою мать. И теперь этот ходит матюкается на узбекском. Ёб твою мать сказал. Вот что мне с ним сделать, с этим, блин, Улукбековичем? Напишите, блин, в комментариях. Скажи ему. Этот ходит, кис, мыс, бис, блин. Пиздалах. Знаешь, такой киздалах? Еще Василий Владимирович. Сумасшедшая пизда. Ну вы этого не слышали, если что. Если что, на меня не пишите, я не матюкаюсь. Я как бы нормально с вами, поэтому, ребята, извините. Извиняюсь. Это по-азербайджански. 11.2, поехали. Егор, я объясняю. По-узбекски, по-азербайджански. Вот поэтому нам не скучно работать. Поэтому, Удомельский, прекращай. Я еще говорю, да. Апанаскин. Чего? Бабушку! Он же про бабушку начал говорить про свою. Он говорит, ёпта. Владимирич, а что нам с ними делать? После бонитировки их утопить в каком-нибудь садке? Они не тонут. И это они еще трезвые. Да? Да, масло, да. Хорош! Пора. Хорош, хорош, хорош! А представьте, они немного под шофе были. Что бы тут было? Ты еще вот эти ставь, Миш. Не, давай четвертый. Ну, ага, давай пятый. Ну. Что, хлеб нести? Миш, третий. Вот, обосраться не за тебя. Третий, да? Да, третий ставь. Правильно говорю? 58-82. Мелко, мелко, ребят. Давай я тебе вытряхну. Неправильно, неправильно. Вот, снимай. Да вижу. Третья стадия зрелости. Что, бутерброд? Вертерброд. Хлеб есть? Ребят, давайте назад. Миш, иди посмотри. Вот. Этот цикл. Дефенсекс делать надо. Блин, ну жили за третья. Вась, может мы все-таки это не сможем мы ее? Она очень похожа прям на хорошую. Ну да. Ебать можем, получить нет. Не, вроде нормально, но плохая. Миш, нет, ребята, нет, говорю. Икра мелкая, Миш. Да не, мелкая это мелкое, другое дело. Ну, в плане зрения созревшая. Созревшая. Она в третьей стадии. Она мягкая еще. Лопается сразу. Рано, рано, рано. Поэтому годик еще ждем. Пускай растет, ребята, пускай кушает. Вытекся. Рано. Севрюшка. Сколько? Что-то помощь моя нужна? Да, ну, сейчас, будем, сейчас будем щупать. Он там и будет просто. Сань. Сейчас будем щупать. Щупать будем? Да, переворачивайте головы сюда. Да нет, я могу их. Удобно? Да мне, нам не фиолетово куда щупать. Вам рука была. Егор. Согласен. Правильно. Причем созревшая. Вот именно. Желательно четвертой стадии. Езжай быстрее, а то уйдут. У нас бараны убежали по берегу, короче говоря. Ильдар поехал их встречать. Бутылку загнать. Нет, ты тройка. Может, да? Троечка, троечка. А где у нас Ильдар? А Ильдар у нас вон он где. Вон она лодка стоит, видите? Вот у нас в озере упала вода на метра полтора. И получается бараны раньше ну не могли пройти. То сейчас они по берегу. Выходят на берег, по берегу обошли и пошли гулять свободное плавание. У них приводитель козел. Куда козел, туда и бараны. Поэтому вот приходится в день по несколько раз бегать их встречать и ловить. Вот Ильдар поплыл на лодке, чтобы поймать их. А в этом случае, в данном... Короче говоря, вы слышали, да? Вся севрюга у нас в этом году на третьей стадии
икры. Икра есть, она маленькая еще. Ну, то есть еще не до конца не созревшая, поэтому годик придется нам подождать, а возможно в апреле уже поднять и посмотреть. Потому что теплодней у нас еще большое количество предстоит. Поэтому ничего. Может в апреле, в мае и будет севрюшка у нас. Но это подождите еще. Мы еще работаем, мы еще не всю прошли ее. У нас там еще несколько десятков ее. Поэтому может что и будет. Но даже если будет, вы в цеху увидите. Я же когда в цеху запустим рыбку на зимовку, на режим, так сказать, чтобы рыба просидела, то всю рыбу вы там тоже увидите. Поэтому следим. Если не подписан, подпишись. Ждем икру. Поверни, пожалуйста. Кудыс, мудыс. Да, вот тещик. Крупная икра. Ну это покрупнее. Ну, такая же. Мудистика. Вот. Третья. Печатку одеваем, бара. Так. То же самое. Третья стадия. Капитан! Тебе шляпы не хватает. Вот севрюгу вот они обратно отпускают. Там она год еще будет следить. Вот на следующий год будет уже четвертая стадия созревания. И тогда будем получать. Но на самом деле на следующий год очень много икры запланировано у нас. Прям очень много. А он горбатый. Помните, в прошлом году показывал я вам его? Я сказал горбатый. Вот это он. Вот так и работаем. Дождик закончился. Прекрасно. Горбатого? Нет. Садимя. Следующий раз горбат. Тише, 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 родной, тише, тише, тише. Сейчас мы тебя посмотрим и отпустим. Не переживай. Сейчас мы тебя посмотрим и отпустим. То же самое, ребят. Третья стадия созревания икры. Причем вся, один в один, все. Все с игрой и все третья стадия. Раньше было половина созрели, половина нет, половина на следующий год. А в этом году как-то, видимо, что-то цикл поменялся. Все третьи, как один. Но ничего, зато значит на следующий год будем богатой икрой. Севрюжьей. Кто там у тебя? Красноперочка. Красноперочка? А вот черноперочка. Да, черный? Конечно. Эльдаро, Белуга Фиш. Все так положено. Удомерский, Белуга Фиш. Так, куда они спрятались? А вон, вон на дне, вон. И толстолобы. Куча толстолобов. А у нас, короче, дождик начинается. То закончился, через 5 минут опять начался. Погода сегодня не ахти. Дождливая. Вира! Надо было и вторую туда же. Здесь у нас самочки плавают, которые в цех пойдут на зимовку. А здесь самцы плавают, которые пойдут в цех тоже на зимовку. А тут кто проходит мимо этого? Я вот здесь. Так, пацан. Пацан. Пацаны нужны тоже на воспроизводство. Поэтому пацан это. Пацан. Чипа нету, значит парень. У нас дамы в основном все с чипами. Ну чё, у нас последняя 213-я севрюга. Ну, я имею в виду из РПМ, из рыбопосадочного материала. Стада, точнее, не материала. Последнее смотрим. Ну, как вы все видите, предыдущие у нас все на третьей стадии созревания. Поэтому икру севрюжью вы в этом году не попробуете, я тоже. Ну, может быть, последняя с икрой пузатая. Панику нагоняет. Да ладно, я панику не нагоняю. Третья стадия, ребят. Вот все 213 штук третья стадия. Пацанов, наверное, штук 10. И остальные 203 штуки. Все на третьей стадии, все. С икрой все. Но третья стадия, стадия созревания. Пощупать хотят. Потрогать, посмотреть. На игру, на черную. Не готовы еще.
Ну вот она мелкая. Но много. Да, Егор? Она мелкая, но ее много. Вот пальцем прикоснись, она лопнет. Не лопнет. А четвертая не лопнет. Не лопнет. Все. С севрюгой на сегодня работа окончена. Спиртом обязательно обеззаражьте. И внутривенно ей тоже налейте. Давай, мокрый. 58-79. 58-79. Запиши, пожалуйста. Поэтому, ребят, мы отправляем последнюю рыбку в садок. Я, Владимирыч, иди сюда. Иди сюда. Владимирыч, я Удомельский, и там Эльдара говорит вам всем до скорых встреч. И на сегодня пока. Ну и всем бобра.